Очень популярные простые слитки спицами. Может быть, вы вязали такие, но я хочу показать, как они вяжутся, потому что вяжутся очень просто, пригодятся хоть кому. Можно вязать из любой пряжи. И вот у меня была такая пряжа, я ее сама как бы придумала, соединила несколько разных ниточек. И чтобы она была поярче, понаряднее, добавила ниточку люрикса. Мне кажется, получилось вполне интересно. Такие носочки можно даже под елочку положить. И дальше расскажу, подробно покажу, как вяжутся. Хочу еще сказать, что они начинают их вязать одинаково на любой размер. Начинаем вязать одинаково. И вот дело только вот в этой длине. Пряжа у меня получилась метров 250-300 на 100 грамм. Я даже не знаю. И вот спицы я взяла номер 3. Мои любимые Адди, мне их подарили. Очень нравятся, очень удобные. И я наберу 5 петель. Обычным таким набором. Всего нужно 5 петель. 3, 4 и 5. Так, вяжу первый ряд. Я эту ниточку тоже вяжу. Кромочную я сниму. Затем одна лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. И кромочную я провяжу тоже лицевой. Первый ряд связан. Изнаночный ряд я буду вязать изнаночными. Кромочную сниму, не провязывая. И дальше вяжу изнаночными. И петли, и накиды. Вот это у меня накид. И дальше две изнаночные. Кромочную тоже изнаночные. Сейчас я во всех лицевых рядах перед и после центральной петли буду выполнять прибавки, то есть накиды. Я отмечу эту петлю. Так, можно вот просто на спицу повешать. И следующая петля за маркером у меня центральная. Я вяжу третий ряд. Кромочную снимаю, дальше вяжу лицевые, перед маркером накид, чтобы у меня с этой стороны остался, перекидываю маркер, дальше у меня центральная, после центральной снова накид, и дальше лицевые до конца ряда. Поворачиваю работу. Кстати, эти носки можно вязать на прямых спицах. Так. И изнаночный ряд я вяжу изнаночными. Так как я накид выполняю до маркера, то центральная петля будет всегда после маркера. Хотя можно здесь и без маркера вязать. Но у меня вот петли, пряжа такая, что не видно. И сейчас все ряды буду вязать одинаково, прибавлять петли в центре до тех пор,
пока у меня не будет всего 41 петля. И вместе с кромочными, и вместе с центральной. Общее количество 41 петля. Центральный накид. Полотно будет расширяться. Получится такой треугольник. Вот что у меня получилось. Напомню еще немножко, как вязала. В лицевых рядах вязала лицевыми перед маркером накид, после маркера центральная и снова накид. В изнаночных рядах вязала все петли изнаночными, и петли, и накиды. Вот так. Дохожу до накида и провязываю. Это центральная и второй накид. И до конца ряда. Итак, я увеличивала количество петель, и у меня сейчас 41 петля на спице. И я буду вот эту вот часть носок. Вот, покажу. Вот такая же вот часть. И я сейчас буду формировать вот эту подошву. Буду вязать вот этот участок. Я его буду вязать на 11 средних петлях. Для этого я провяжу сейчас 15 петель лицевыми. Раз. Так, 15 петель, и дальше поставлю маркер. Так, он у меня будет обозначать конец вернее вот это, вот эти петли выделю, 11 петель, свяжу 10 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А 11 и 12 свяжу вместе лицевой. Так, здесь, пожалуй, даже маркеры, может, и не надо. Они только мешать будут. Ну, пока поставлю. И вот я начала вязать здесь лицевыми, но можно вот эти петли вязать платочной вязкой, например, потому что платочная вязка будет меньше изнашиваться. Но так как я связала там лицевой гладью, поэтому буду вязать здесь лицевой. То есть с изнанки я буду вязать изнаночными. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А 11 и 12 я должна провязать вместе. Вот поэтому маркер мешает. Я верну на спицу. Провяжу эти петли вместе. Ну, здесь их и так видно будет, провязанные вместе. Снова поворачиваю работу. Первую петлю снимаю. Так, что-то у меня там выбилось. 10 петель вяжу вместе с этой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9, 10.
а 11 и 12 провяжу вместе. То есть маркеры мне мешают, я просто провяжу. Здесь вот видно, или можно просто считать их. Вот таким образом у меня будет формироваться стопа. Снова вяжу изнаночными на изнанке. Первую петлю снимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, вот видите, ее видно даже, 11, провязываю вместе. И так буду вязать до тех пор, пока у меня на спицах не останется 11 петель. А эти все уйдут сюда вот в полотно. И вот что у меня получилось. Точно такой же вот носочек, мысок, как на этом тапочке. Сейчас я буду вязать вот эту часть. Вот этот размер определяет размер тапочка. То есть можно связать на большую ногу, на маленькую одинаково. Дело вот в этом размере. Сколько мы рядов здесь свяжем. Так, дальше мне нужно набрать вот на этих сторонах по 15 петель здесь и здесь. Я беру вот эту спицу. У меня потому что ниточка здесь, я буду к ней продвигаться. И просто вот из этой косички буду набирать петли. Раз, два, три, четыре, пять, ну и так далее. Вот я набрала 15 петель. Если где-то лишнее, я просто ее пропустила, чтобы у меня было 15. И провяжу сейчас так эти петли. Я их решила вязать платочной вязкой. Вот видите, здесь ребрышки, платочная вязка. И здесь вот можно повесить маркер, потому что вот эту часть, вот эти 11 петель, я буду продолжать вязать чулочной. Вот я вяжу лицевыми скрещенными, то есть за заднюю стенку. Провяжу сейчас до конца этой спицы. Ну, все тоже показывать не буду, я думаю, понятно. Я довязала эти петли, здесь вот не надо мне ничего провязывать. И сейчас буду вязать в обратную сторону. Буду вязать тоже лицевыми. Это у меня лицевая сторона, и поэтому и эти петли я провяжу лицевыми. Кромочную. Так, можно снять, не провязывая. А дальше вяжу лицевыми. Вот я провязала эти петли и эти. И сейчас мне нужно точно так же набрать 15 петель с той стороны. Вот с этой.
как я набирала вот здесь, я буду набирать здесь точно так же. Здесь вот немножко у меня остается. Раз, два, три, четыре, ну и так далее. Я набрала тоже 15 петель, и сейчас тоже провяжу их лицевыми. Все-таки я думаю, на круговых спицах здесь удобнее вязать, потому что, вот видите, здесь закругляется, и хотя не знаю. Сейчас просто провяжу эти 15 петель лицевыми. Я их буду вязать скрещенными, потому что здесь вот уже пропустила, у меня расстояние получилось. Но мне лишние тоже не нужны были. Так, я забыла маркер поставить. Потом поставлю. В общем, довязываю до конца ряда. Вот что у меня получилось. Но я буду вязать сейчас не по кругу, а поворотными рядами, потому что мне здесь нужно, чтобы здесь осталось расстояние вот это. Иначе куда ногу будем. И вот эти я 11 петель выделю все-таки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, почему-то 12. Нет, 11. Дело в том, что с изнанки я вот эти петли должна провязать изнаночными. А остальные петли во всех рядах я буду вязать лицевыми. Так, смотрю, у меня ниточка здесь. Поэтому я иду в ту сторону. Так, здесь. Это потом спрячем. Так, кромочную я снимаю, не провязывая. И дальше до маркера лицевыми. Здесь я убавки не делаю, вяжу ровно. Так, что-то у меня лишний накид. Довязала до маркера, перекидываю его и вяжу изнаночными, потому что это у меня изнаночный ряд. В лицевом я буду вязать лицевыми эти 11 петель. Ну и все. Так, а я их еще не довязала. Изнаночными до маркера, так что маркеры здесь лишние не будут, удобнее. Вот, снимаю маркер, и после него уже начинаю вязать лицевыми до конца ряда. Ряд у меня вот здесь заканчивается. Последнюю петлю можно провязать изнаночной, кромочную. Поворачиваю работу. Буду вязать снова лицевыми. Кромочную снимаю, вяжу лицевыми. Этот ряд полностью вяжу лицевыми петлями, не прибавляю, не убавляю, все ровно. А в следующем ряду буду вязать лицевыми, а средние вот эти вот 11 петель снова изнаночными. И так на нужную длину.
Вот эту часть вяжу. Я уже буду вязать второй, поэтому я свяжу точно такой же длины. А вы определяете примеркой. Его нужно вязать, вот эту длину, просто вот до самой пятки. Не то, что где вот у нас обычно пятка начинается, как мы это, а вот до самого окончания ноги, можно если так сказать. И вот я довязала носок до нужной длины. Первый носок просто примеряем по ноге или по длине ступни, а второй вяжем, ориентируясь на первый. Вот здесь платочная вязка, и я просто посчитала вот эти вот рубчики и связала столько же на втором носке. А сейчас буду вязать вот этот задник. Буду вязать так же, как вязала вот эту часть. То есть частичным вязанием, укороченными рядами. И вот, смотрите, у меня вот здесь вот сужается, чтобы лучше сидел на ноге и не спадывал. То есть я сначала вязала без дополнительных убавок, а потом начала убавлять. Но тоже не в каждом ряду, а через несколько рядов, ряда через 4. И таких убавок я всего сделала 3. И в результате у меня осталось 5 петель. Сейчас я покажу, как это делать. Вот у меня средняя часть, которую вязала я лицевой. И сейчас я вяжу эти петли. У меня их 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А 11 я провяжу вместе со следующей. Маркер здесь уберу, он уже не нужен. Здесь и так видно будет. И вот провязываю их вместе. Вот. Подхватываю одну с боковой части, поворачиваю работу. И сейчас буду вязать изнаночными. Первую снимаю. И дальше вяжу до следующей. Вот это сокращение. Так, сейчас я вот не стала считать. Посмотрю. Вот это вот у меня последняя лицевая должна быть связана вот с этой. То есть я должна еще 2 петли провязать. Поворачиваю работу. Вот все верно. Одну отсюда взяла и одна здесь. И вяжу, пока не провяжу все петли, не присоединю вот эту вот часть вот к этой. Ну, я думаю, вам уже понятно. Ну вот, там еще буду делать дополнительные убавки. Сейчас вяжу пока только вот эти 11 петель. И последнюю лицевую петлю вяжу с соседней петли вместе лицевой. Поворачиваю работу и точно так же вяжу 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Видите, она отстает от этой. Мне их надо провязать вместе. Так вяжу на некоторое расстояние.
Вот я связала таким образом рядов 6, 8. И сейчас буду делать дополнительные убавки. Вот эту первую я снимаю, не провязывая. Дальше вяжу 2 вместе лицевой. Вяжу дальше лицевыми. Так, и вот перед петлей, вот эту вот я буду провязывать вместе, я вот эти 2 провяжу тоже вместе лицевой. Вот 2 вместе лицевой. И вот эти вместе. Вот эти 2 я дополнительно сократила, чтобы у меня кверху немножко сужалось. А дальше снова 2-4 ряда вяжу без этих убавок, как вязала. Здесь петель у меня стало уже меньше, не 11, а 9. Так. И вот эту я вяжу вместе со следующей. То есть в конце этого маленького ряда 2 петли провязываю вместе. Я провязала несколько рядов. И снова выполню дополнительно убавки. То есть после вот этой петли, которую я вязала 2 вместе, я провяжу 2 вместе лицевой. У меня останется уже 7 петель. То есть когда я вот еще 2 убавки сделаю, одну в начале ряда и вторую в конце. Последнюю петлю провязываю тоже со следующей. И снова вяжу несколько рядов, как вязала, без этих убавок. Я еще раз убавлю петли. У меня их останется всего 5. И довяжу до конца. Вот видите, здесь совсем мало петель осталось. Скоро их совсем не останется. И вот мой тапочек готов. Осталось 5 петель, которые я сейчас закрою, как обычно. Оторву, отрежу ниточку и спрячу хвостик. Вот мои тапочки, носочки готовы. Они очень красиво, удобно сидят на ноге. И, как вы убедились, вяжутся очень легко.